Два человека получили травмы в результате аварии на руднике «Мир» в Якутии, где произошло подтопление насосной станции на глубине 210 метров. В шахте в этот момент находились 150 человек. Судьба 17 из них пока остается неизвестной. Пострадавшим оказана медицинская помощь. По предварительной версии, вода в рудник прорвалась из расположенного над ним выработанного алмазного карьера. В ближайшее время будет сформирована комиссия по расследованию причин аварии.